Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Уфа 2 Extraterrestrials, в которой опять-таки появились новые вороги. Каковых будем знать. Сейчас производство закончится, а нет, вороги прилетели раньше. Так, щит произведен, это произведено. А чем нам базу-то окрысились? Это же основная база. Так, давай. Ну, два самолета им задницу не надерут. Североамериканское братство нам поможет, блин, не апгрейженное. Ладно. Но я думаю, справлюсь. Во-первых, разведчики ничего не сделают в базе. Опять не поставим. Там база, по-моему, с пушки фигачит по этой. Так, отлично. Ну что, раз летите сюда... А, база сама всех сбивает нахрен. Отлично. Ждем до дня. И тогда можно будет слетать. Слетать, полутать. Так, это он. Хоть какие-то бабки да будут. У меня что-то производство все просто встало по неведомой причине. Стало колом производства. И новый десантный корабль у меня ни хрена не производится. И это крайне плохо. Со снаряжением. А, я понял, что со снаряжением. У тебя ракет нету, да? Да, разрывную возьми с собой, пригодится, я думаю. Кстати, не сильно и загружено, ты выносливость, смотрю, нормальная. Так. Ну, с тобой понятно. С тобой, в принципе, тоже мы тебя пересадим потом. Так, у меня тут сколько? 7 человек. Ну, что, поперли? Сюдой. Так, и изменить места размещения. Вот этот товарищ должен быть с краю. О, хорошо. Так, щит. Черт возьми. У меня 2 щита всего есть. Щиты, как горячие пирожки, разлетаются. Тебе щит. Вот с приехалом. Так, а тебе щита нет. Это крайне плохо. Так, а летучка. Сдай щит. У нас есть товарищ, который полезет в пепло, если что. Поэтому ему нужен щит. Щиты надо прям нон-стоп клепать. Так, перехват. Я уже выбрал. А, ну да, это же был вылет, перехватчик. Чё это блюдо? Бывает так. Приехали. Я предпочел промотать, но... Ах ты ж, ёлки. Тут еще одна хреновина висит. Ладно. Хреновиной займемся потом. Я думал, хочет у нас базу отжать. Они телепортируются на базу, когда хотят ее отжать. Так. Взлет, однако. Взлет произведен. Ну. Опаньки. Кито. Головастик. Ну, сейчас мы тебя сымем. Или не сымем. Я тебя вижу, я тебя вижу. Давай очередью. Ну правильно, они хлипкие такие, ну иногда живут почему-то долго. Так. Ну. Ну, головастика-то неплохо. Головастики не очень стрёмные. Вопрос в том, кто с ними. А ты, я тебя не включил, да? Ну ладно. А вот это включено. Так, там морозилка пошла. Так, летучка, давай, устраивайся. И помни, какая ты ленивая жопа. Ладно, пойдет. Я тебе сразу миномет в руки дам. Так, ты сюда. Эти два товарища пока вот... А чё, пока вот туда пойдут? А, ты базука, да? Ладно, разберемся. А, мне про этого упыря говорили, что он милишник и очень мощный товарищ. Мощный товарищ, у меня для тебя сюрприз. Площадь урона очень маленькая.
Я так просто не успокоюсь, у меня еще 27 есть. Он где-то здесь, кидай. Но что-то не горит, ладно. Я предупрежден, что сюда скотина идет. Так, погоди, а ты кинь сюда. Может, кого-нибудь достанешь там. Ага, вот оно. Я его, правда, не вижу, но оно там. А, кстати, что-то не горит, что странно. Ты кого-то видишь? Ты никого не видишь, ты будешь сидеть и туда и смотреть. Я надеюсь, что он гранаты не кидает, поэтому люлей мы ему выпишем. Так, ладно. Вот этот видит, кстати, о птичках. Давай очередь. Нехрен тут ходить. О, какой-то метод. Так, рарах скопытился. Ну, я не знаю. Такой себе рарах. Чё-то как-то он пока не страшен. Так, ты. Надо полагать, ты. Это кто у нас? Ага, понял. Гроза всех рарахов на свете. Так. Автомат подбери, бестолочь. Все. Сиди дальше. Так, вторым будешь? Нет, гоню. Ты будешь не вторым. Вторым будешь ты. А еще одного туда надо послать. Ждем. Так, ну чё? Ага. Здравствуй, рарах. Трах тебя, трарах. Огонь. 21. Чё-то несерьёзно. Давай очередь. Этот летучий товарищ сейчас там навешает всем. Что, в отличие от Лесли, у него сил-то дохрена. У него что, хорош? Не попал, это бывает. На 16. Ничего. Зато у него стрельба дорогая почему-то. Я не знаю почему. Бежим. Так, ну огонь проскочим, я думаю. Так, вы куда выперлись? Вам сюда не надо, вам нужно туда. Угу. Так, тебя сюда. Оп. Привет тебе. Ай. О, залег. Молодца. Мне главное не встретиться с этими козлами нигде. Так, ты кто? Ты туда. Все, я их поделил наконец. Отмороженность. Это прекрасно. Надеюсь, рарахи на тебя не нападут. Так. Ты сюда давай. Прикрытие и все такое. Еще один. Слушай, очень странная фигня эти рарахи. Они вроде как там железный кто-то был. Медленный и слабый, но он стрелял, а эти не стреляют. А, там башка эта пришла. Ой, это сколько у вас. А вы знаете, по вам арт-удар. Как в этом, как в танчиках. Арт-удар. Чем я там жахнул? Дымом? Хрен там дымом. Это не дым. А головастик уцелел. Офигеть. Так. Я, кстати, был последним взрывчатый. Что жаль. Ладно. Так. Седай, товарищ. И погнали. Очередь. А, ну да, у него же, он же побитый был. Может, было проще. Так, хорошо. Будь проще, люди тебе потянутся. Давай, ты. Понятно. Я продолжу их видеть. Ты. Обламинго. Угу. Тоже неплохо. Поперли по порядку. Летучая. Счастье мое. Запоздалое. Так. Давай вот этого. Не на линии огня? А что тебе мешает в полете? Я вообще не понимаю, в чем тут дело. Он, чтобы вы понимали, висит в воздухе достаточно высоко. Ему мешать вообще ничего не должно. В большом счете.
Но ему что-то мешает. Ладно. Раз вы так настаиваете, будем считать, что ему что-то мешает. Так. Я же все равно доберусь. Так, базука остается на месте. Ведь понятное дело, если да. Ну, ты тут это. У Додо Пиццы есть там интересная манера. Они к пицце прикладывают какие-то наклейки. Там по одной наклейке там заказ. Мне больше понравилась наклейка с надписью «Я тут это». Ой-ё! Поздно. Ладно, я надеюсь, там никто не будет стрелять. Я в том числе. Ну что? А ты по мне можешь выстрелить? Ну ладно, вкус ты можешь выстрелить. Согласен. А, ответьте ему. Он в вас стреляет. Шо вы такие безропотные? Я же оставил вам ходов на выстрел. И стоят, по-моему, стреляют. Джо, слушай, по-моему, правда стреляют? Нет? О, тебя попали, Джо, да? Наверное, стреляют. Вот такие диалоги у моих десантников. Волшебных. Труди, в тебя только что нагло стреляли. Вот так надо было сделать. Так, поперли. А что тут дверь открыта? А, тут, наверное, тот, который вот оттуда подошел снизу. Он, наверное, отсюда вышел. Ну ладно. Опачки. 42. О! Ну давай метки. Беда тут у нас метка на самом деле. Так. 20 бангу, да. Ну давайте таким на 13. Пыщ! Не. Ничего. Сейчас другие подойдут, займутся. Не переживай. Мы этого так не оставим. Да, мы этого точно так не оставим. Все сломаем нафиг. О, точно, елку снесем. Погоди. Ты вообще должен сейчас в него попадать вообще без проблем. Да, без проблем. Откуда у нас еще могут проблемы? Чаще своему в задницу зарядишь, будет вообще красота. Так, цель и смысл в жизни утрачены. Все. Кыш. Так, ты давай на обзор. Че тут у нас? Тут на самом деле ничего. Хорошо лежат, да? Бошками в разные стороны. Один мордой в землю. Хотя глаза, смотрите, он сюда выпучил. То есть он голову поднял так. Глаза. А это в небо смотрит. Красота. Так. Уноси ноги оттуда, пока там никто не выстрелил. Надеюсь, что никто и не выстрелит. Так, все, ракетчица стоит. Кто остался? Выходи последний. Выходи, подлый трус. Он не последний. Так, ладно. Так, там что-то есть? А, там что ты так бегаешь-то? Несчастье. Так, ну мы видим очередную вражину. Не все, правда. Но некоторые уже видят. Так, тут что-то. Да, тут уложили. Нормально. Там что? Вроде ничего. Ну если что, я туда просто сарай заряжу. И он взорвется. Ну, ядерный реактор в сарае стоит. Ну, я не знаю, как еще это назвать нужно. А будем считать, что это ядерный реактор. Так. Давай. Твои 15% вообще не канают. 26%. Здорово. Да, ломать все равно не наше. А, времени нет, ходов нет. Бывает. Так, это эти друзья. Это эти друзья. Это был последний. Но Труди что-то вломила себе. Труди. Труди неплохо стрелял, если что. 78 силы. Я вложу себе в меткость.
Ох ты ж, елки, сколько у вас тут поналетело. Паузы, центр, что такое? Ага, тут. Ну, сейчас, сейчас я вам устрою. Тебе. Тебе. Пойдет для начала. Тебе. Тебе. Вот так, вроде всех наделил. А теперь давайте займемся чем-то серьезным. Полярная лига. Фигач. Североамериканское братство. Фигач. Российская Федерация. Обязательно. Ты ближе всех. Европа. Не отмажешься. Азия, поучаствуй. Вот так. Вот теперь да. А, смотрите, драфуют. Авианосец. Без тебя никак. Валите тут скотиняку. Ишь, летает тут. Так, не достаточно перевооружения. Это все фигня. А, ты в океан решил дернуть, да? Только что, по-моему, мне самолет уничтожил. Ну ладно. Уничтожили, уничтожили. Все равно на перевооружение пойдет все это дело. Получено достижение зенитка. Инопланетный боевой крейсер. А, кенгуру? Что у меня осталось? Судно снабжения иностранцев еще где-то меня тут донимать будет. Так, а где у нас боевой крейсер? Погодите, вы его только что-то убили. Займите, пожалуйста. Так, Африка, давай. Я не знаю, почему там один самолет остался. Видим, еще разведчик. Да вы идите вы в пень. Висят и долго. Так, разведчика выпили. Самолет, ты что делаешь? Пинай вот эту скотину. Ишь, висит. Тут что? Тут летают, плюют. Получается не очень хорошо. Ну, африканский самолет решил поучаствовать. Так, вот тебя, по-моему, долбят. Да. А, хорошо, пока не до тебя. Так, улетел кенгурятник наш. Прекрасно, все. Так, а эти ребята клюют. Что у нас тут еще? Авианосец далеко, Арктика еще дальше, Азия давай. А, Европа тут только что была. Давай, попробуй. Так, Африка... А, Африка тут. А нет, тут Африка вернулась. Давай. Снесли, молодцы. Легкий крейсер. Да вы озверели. Куда столько-то? Давай, вломи ему. Полярная лига. Чё можешь, то и делай. Да, вот этого. Это что за авианалёт-то? Я такой не понял. Так, куда еще хоть кого-то? Авианосец далеко. Европа, да, Европа. А, на того отправила. А, пофигу. Че, кого-то базу еще приходует. Я что-то не очень хочу, конечно, куда-то сейчас какую-то миссию лететь. Но мне придется. Так, а где мой корабль поддержки? Вернее, их корабль поддержки. Он где-то в какой-то жопе мира. То есть он должен был тут среди сбитых быть, его нету. Ну и пошли нафиг, на мелкие я не хочу лететь корабли. Так, перейти на базу. Так, что у меня тут было? Во-первых, надо что-то продать. Логично? Логично, блин. Шлаковая бомба это, блин. Фотодых лучемётов можно продать. Их столько не надо, у меня пяток будет лежать на черный день. Так, обычные боеприпасы нафиг. А, гранат пусть будут. Кончится, значит, кончится. Фотонка, иди нафиг. Так. Ворона. Ну все, теперь к инопланетным переходим. Че, маловато что-то я добыл-то. Так, крафт, черт возьми. Фиг, оно приостановлено. Приостановить. Возобновить. А, ты у меня снимаешь ученых отсюда. Не ученых, вернее, этих ребят. Кстати, об ученых. 60%. Прекрасно.
Ну и мотаем. Инопланетный боевой крейсер. Тяжелый инопланетный крейсер. Не имется вам, господа, да? Так, ну погнали. Чего у нас? Полярка, скорее всего. Арктика. В Арктике все-таки сбили самолет. Давай, погнали. В России сбили самолет? Когда только успели. Так, ладно. Надо на него кого-то еще напускать. Так, и вот тут. Кенгуру. Че за звук только что был? Улетай. Так, это австралиец так отоварили, нормально. Обоим причем. Ага, хорошо. Так, там гоняют вовсю. Вот он тоже неплохо погонять. Возвращайся. Ага, того сбили, молодцы. Теперь этого сбейте. Вот если это на суше сейчас будет сбито, за ним придется лететь. Что, ну, я не... Террор. А вы о чем? Че это такое? Я его сбил. Что за издевательство? Так, террор. Хорошо. Вертайся назад. Я что-то не понял. Ну ладно, полетели. Участок террора. На террор я пока не летал. Чем закончится, не знаю. Первый террор, блин, за всю игру. XCOM там в гробу крутится, где нам машина. Там с этого начиналось терроров. У тебя что? Empty. Хрен ли ты empty-то? Заряди хотя бы дымовуху. Ну, понятно, что не дымовуха, но пусть будет. Так, у вас тут чего? Ок. У вас тут ок, да? 3, 3, 3, 1. Десятка. Нормально. Так, генераторы. А что генератор у вас у всех есть, кроме вот этой? Отлично. И у вас еще, по-моему, там по гранатам какая-то беда была. Ну, ладно. Беда, не беда. Запуск. Ну, сбили хорошо, конечно, самолетов насбивали вражеских. Но вот это какая-то прям... О, через полюс. А вот, мне казалось, через океан ближе как-то, нет? Замечу, он из Южной Америки летит. Казалось бы, да? Нет, через полюс ближе. Ну давай начнем. Я ни разу в террорах тут не участвовал. Я считаю, это прям упущение разрабов. Так, в этом месте стоит особая задача. Мирные жители подвергаются террористической атаке со стороны пришельцев. А, нет, один раз участвовал. Я должен сохранить как можно больше гражданских. Да-да-да, хитрость и терпение. Ага. Слабоумие и отвага. Вперед. Гражданский, я тебя сохранил. Я сохранил его, правильно? Так, сюда. Че, прилетит, не прилетит, не прилетел. Лысый, сюда. Ну, тоже ходой. Не хватило. Как-то странно эти здания вижу, я бы сказал, да? Так, туда еще надо ребят отправить, потому что там еще туда можно пойти. Давай ты сюда. Раз вы туда не доходите, бегайте так. Так, ты сюда. Ты, как всегда, сидеть. Так, а кого мы видим? А вы видим мы... Дятла на крыше. Ну, дятел на крыше меня не очень волнует. Летать он не умеет. Прыгнуть мне на голову не может. Ок. Как всегда, через роняние вниз, поэтому пошли туда. Гол-гол-гол, все такое. Выбежали. Будет, правда, печально, если он гранату умеет кидать. Опаньки. Ага, понятно. А мы будем в ответ стрелять? Мы будем в ответ стрелять. А, 36, нормально. Попадите кто-нибудь в бочку, черт возьми. Ну что вы вот стоят? В носу ковыряют.
Ах, там как хорошо можно жахнуть-то туда. Мой ход, отлично. А нет, под гражданских. Они будут бегать, фигней страдать и помирать разными способами. Бегите, глупцы. Ну, по-моему, за них не штрафуют. Ну все, дайте мне ход. Здорово стал, молодец. Так. Во-первых. Я так ненавязчиво сюда. Мне даже интересно, сколько там народу-то пострадало. В общем, я так понимаю, неплохо пострадало. Я постою, посмотрю на пепелище, да? О, лови. Ох ты ж. О, зашло. Я теперь двоих вижу. Это же прекрасно. Не знаю, кто второй. Так, это... Да стоит отдать посмотреть. Шикарно. Так, ну ты стой пока. Так, я сюда сгоняю пока. Смотрю, что там. А что там? Там край карты. Ничего хорошего нет. Так, ну с тобой тоже все понятно. Давай, выруливай. Опаньки. Я, возможно, об этом пожалею. О-о-о. Ну, о чем-то я определенно пожалею. Потому что кто-то... Рукожоп. Ну, по крайней мере, до меня хрен что дойдет. Так, иди сюда. Так, ты его видишь. Ты можешь в него стрелять? Не можешь. Кинь ему гранату, пусть наслаждается. Да что ж такие косые-то все? Гранату, кидать-кидать, во врага. Метка-метка, давай. Ну, хоть так. Так, Морозилкин, иди сюда. Тут чего? Тут стоит, скучает. Миномет применять рано, пойдем пальнем. Да сдохнет уже. Ну, не солидно так стоять. О, осыпался, молодца. Может, у коллег тоже осыпется? Нет линии огня. Тогда лови гранату и не бухти. Я только что убил усиленного костоправа где-то там. Так, я очень густо стою, я знаю об этом. Ну, Рарах может только ходить. Я надеюсь, он там походит и загнется. Хотя в движении здесь дамаг площадной не наносится. И чё? Я надеюсь, ходит недалеко. Он постоит в огне, в облаке там, ему будет хорошо. В целом, ломили неплохо. А, гражданские бегают. Это вот как понимать? Ход турели, блин. Так, ну, ко мне вроде как ничего не прилетело. Пока. Мне надо ждать, пока огонь погаснет. Мои костюмы этого не переживут. Так. Давай сюда. А ты как на все деньги-то? Стоит. В огонь забежал, гражданский. Так, Рараха окучили.
Что я делаю? Расчищаю себе территорию. Так. Да, сюда. Вот так вот. Смело. А с другой стороны, чего бы нет? Беги сюда. Можно было бежать туда, но мне кажется, там нет никого. Возможно, я потом пожалею. Так. А тут все стоим. Тут делать нам нечего. Так, у тебя что там вообще по карманам? А, ты автомат уронил. Возьми, пожалуйста. Ждем. Ау, это гражданский огреб. О, молодца. Давай, подтягивайся. Не, ну это издевательство. Что за стрельба, не знамо откуда. Надо разбегаться оттуда. Нет. Ага, давай. Стреляйте его. Нефиг там стоять. Ну, вот это зря. Еще один пришел откуда-то. Как бы побыстрее бы огонь догорал, чтобы я отсюда мог разбегаться. А это сейчас загнет с ним, да? А он не знает, как уходить от дамага. Он будет ходить, пока не помрет. А, не кряхти. Так. Я могу там по кораблю, конечно, жахнуть. Но я пока не вижу корабля, на самом деле. Давайте слетаем, посмотрим на корабль. Корабль. Так. Чё тут? Тут у нас гнусный рарах к нам подкрадывается. Мы ему сейчас... Привет. Повернулся ко мне, на меня смотрит. Зараза какая. ...97 дамага. Патроны неплохие, кстати. Очень неплохие, я бы сказал. Так, чтоб не в огонь. Давай сюда хотя бы. Фотонка есть, фотонка. Туда. Тоже туда. Так. А. Ты? Это ты. Ну, я в огонь-то тут не могу ходить. Мне, кстати, писали, что тебя видят алиены, а пушка стреляет по наводке. Ну, смотрите, вот сейчас меня алиены больше не видят. Вокруг просто нет живых алиенов, которые могли бы меня видеть. Их тупо не осталось. Посмотрим, что скажут пушки. Ну да, пришел еще один. А что за хруст такой? Пришло еще два, но они далеко, они сильно справа. Я не думаю, что моих стоящих наверху они видят. Мне кажется, у них конская броня. От огня, там, от дыма. Всего такого. Ну что, горящий гражданский. Пущ! Здорово. Че обрушилось? База принадлежит нам. Нам что-то не принадлежит. Давайте я все-таки увижу корабль. Я хочу увидеть корабль. Стой. Ну, один урон этот. Так. Ага, я понял. Так, один урон этот. Ты бабушку своим расскажешь, как надо воевать. Так. Там чувак с пушкой внизу сидит. С позитронной. И это меня больше всего напрягает. Что? Этих-то пережить нормально. Там единственный минус, она по площади шарашит. Так, я ее уничтожил. А вот козел с пушкой, это да. Так, ну погнали. Огонь. Хрен ли вы тут ходите-то? Я вообще разрабатываю, немножко не понимаю с этими вот юнитами, которые, ну да, они, видимо, очень сильные. Я еще не исследовал, просто не знаю, что это такое, по идее. Они очень сильные, они, наверное, дамажные, когда дойдут. Но, блин, у них нет шансов дойти. Милишник человеку с огнестрелом может подойти только в очень где-то тесном пространстве.
Так сразу. 126 дамага. Крит. Так, ну у этих нет смысла, вот этого есть смысл. О! Здравствуй, затишье. Ну-ка. Давай-ка. Транслюкатор-то убери. Молодцом. Так, во-первых. Вот этому. У меня пушка вообще не прилечает. Ну, можно было, наверное, одни выстрелить, но... Я хотел убедиться. Так. Второй. О, их тут два. Здрасте. Красота. Где кто? О! А, это за ним светится. Ну, командор, что ли? Немножко миномет меня оплошал, да? Не зацепил. Но миномет оплошал, не оплошали другие. Так, ну что, стоим. Кто еще к нам придет? Надо, чтобы дым развеялся, огонь погас. Так, ну и гражданские бегают. То есть там как-то совсем мало пришельцев осталось, да? Мне, с одной стороны, интересно, что вот эти вот рарахи могут сделать в мили в своем. С другой стороны, да ну его нафиг. Не хочу я граждан терять. Никого. Тут у него пухи по углам. Что-то подзабыл, наверное, этот момент. У этой сволочи пухи по углам стоят. Я вот более чем уверен. И в меня сейчас будут стрелять. Ну ладно. Так, надо сюда сходить. Потому что там что-то там ходило. Вражье. Надо с этим разобраться. Так, ты сиди. Так, вы, господа, давайте. Прыжок в яму. В яму прыжок. Прыг. Недостаточно низ. Ладно. Так. И ракету, наверное, сюда выкачу. Кто? Где? Хрен знает. Даже гражданских никто не стреляет. Они бегают как у себя дома. Ну, те, кто уцелел. Так, ладно. А нам денег-то дадут? За них. Наверное, дадут. Опа, пушка. Здравствуй, пушка. Да. Врагом является пушка. Очередь. Чё озираешься? Дамаг очень маленький. Пушка будет стрелять в ответ. Джо пофигу. 7. Пушке тоже пофигу. Так же, как пофигу Джо. Да. Ага, вон она. А я могу? Вон оно выстрелить? Не могу. Ну ладно. Не на линии, так не на линии. Ты не будешь на линии при этом желании своем. Тебе вот тут мешает, да? Ну, даже без этого. Никак. Вот я сюда могу попробовать зайти. Мне кажется, все равно он не на линии будет. Хотя на линии. 19, да, могу. Погнали. Сдувайся. Отлично. Давай. О. Тут, наверное, ходить смысла нет. Опять-таки. По этим офисам всем зданиям. Хотя, может, там кто-то прячется. Так, что у вас тут? Я куда его вообще отправил? А, понял. Ну чё, где враг-то?
Я там сейчас нащупаю что-нибудь эдакое. Экзотическое. Сейчас какой-то командир сидит в корабле. С энергобластером, блин. Давай сюда. Так, пушки, я так понимаю, по углам, то есть я за угол заверну, там будет еще одна пушка. Ладно, чё, иду. Ох, машина эта не нравится рядом. Быстрее пробежать надо, сейчас сказать. Все огребут, да. Какая-нибудь срань выйдет, по мне выстрелит. И мы все получим. Так, на стоянке никого. Это, в принципе, должно радовать. Наверное, так ты стоишь. Ты. Ну, давай, подходи, у тебя зеленый скафандр. Так, я тоже, в принципе. Да, да. Ракета там на верхушке стоит. Смутно где-то двери хлопают. Так, это люди бегают. Надеюсь, корабль меня не угонит. Во. Кто-то кого-то. Кто-то кого-то там, где бегают гражданские. Уж не в корабле. Не, ну я похожу по кораблю, конечно. Но есть оно. Здрасте. Вы где? А, вот там. А, ну, на 19 я ничего не метну. На 19 могу только немножко выстрелить. Чуть-чуть. А, не, не, чуть-чуть нормально могу выстрелить. Не на линии огня, да что ты скажешь? Ну ладно, я там буду в твою сторону смотреть злобно. Так. Могу? Не могу. Не могу. Надеюсь, оно по мне тоже не может. Даже не знаю. А где там человека-то приморили? Пойдем туда смотреть, наверное. Так, а эти двое останутся тут. Это и Морозилкин. Помогут, если что. Так. У тебя за спиной что есть? Пушка и хмырь. Ага. Ну давай, ты продолжай бежать туда. Может, кого увидишь. А, хрен там. Так, ты давай сюда. Прикрытие, все такое. Ракетчице стало неуютно. Где-то мочат гражданских. И что? Вот я тебя не могу попасть. А ты меня можешь, да? Здорово. Сам себе на 6 нанес. Молодца. Ага, теперь я в него могу попасть, да? Здорово. Поглощен, это фигово. Ну что, поперли. Так. Оп. Привет тебе. Семнадцать мало. Повернулся так хищно. Ну, а вот это... Ну, конечно, здорово, но как-то зря. Поглощу. Есть, что у меня сейчас силовую броню, может, мою покоцать. Так, 14, все, ничего не могу. Так. Ну, где людей-то бьют? Хотел бы я знать. Неужели вот в этой части в темной? Не уверен в этом. Так. Ну давай. Присядь сначала. И сделай из него дуршлаг. Поглощен. Так, 43 уже хорошо. Это уже заявка на победу. Сдулся. Ну, в общем, я не сомневался, что это зараза там не собирается кончаться.
Ну нет, они точно не здесь. Я, конечно, зайду, но они не здесь. Так, ты заходи. Что на улице стоять? Когда зовут? Так, ты где? Они где-то мочат мне гражданских. Может быть, вот в этой темной зоне. Но мне кажется, там, где я был. Вот где это счастье? Я не знаю. Гражданский бегает. Что, даже пушка не стреляла. Что не так-то? Не взорвалась. Надо очередью. На самом деле я просто это, промахнулся. Осталась одна пушка на том углу. Так, тут чего? Ну что, остается только ходить искать. Тут искать, там искать, везде искать. Опа! Пробил на пятерик. Могёт. Давай. Порадуем чувака. Все поглощено, ага. Здорово. Ну, на 7 я, наверное, не отойду даже, да? Отойду. Ты? Ну, у тебя понятно. Так, с этим все. Ох, тут можно нарваться. Так. Пушка, да. Можешь сказать, пушка стреляла у гражданских? Значит, сомневаюсь. 68 хороший урон. Есть. Ты справилась, молодца. Так, тут. Опа, еще один. А не командор ли ты? Вот так у меня все и кончилось. Так. Не пом... А, ладно, дай вломлю. Поглощен. Ну, кста прав. А, не пройти, да? Ладно. Ждем. Сейчас тут помрет. Вышел. Тут своего-то... Вы это видите? Он два раза влепил своего. Хотя стрелял туда. Трындец. Ну что это такое? Все, да. Кувырк. Сейчас все в панике будут. О, и поверху еще рассекает один. Но в него стреляют. Я сейчас дымом окурю. Ну, я нашел троих, но кто стрелял по гражданским, я что-то так и не понял. Так. Поперли. Тут все в панике, естественно. А, не добиваешь, да? Так, я понял. Беги ближе. Так, ты. Мне почему-то кажется, что ты можешь в него попасть. Ну-ка, давай. Можешь. 50 нет, 50 нет, то есть 70% вероятность. Чпок. 10. 10 несерьезно. Так. Погодите, я не в него стреляю. Вот. Вот так в него. Вы можете сказать, что это такое? Это какое-то издевательство, по-моему. Кончились патроны. Они, по-моему, как-то разрабы попытались отобразить тут панику, все такое, но это не паника. Это фигня.
17, несерьезно. 22, ну вот так. Сложил, молодец. Не, ну тут нет никого. Они похожи все там. Так, лысый, беги. И там все в панике, да, внутри. Ну и всем кирдыком, значит. Ну не всем, одна тут у меня ходит. Привет тебе, макака. Лови. Уф! В себя здорово. Вот в себя это было прям 5 баллов. 23, давай. Снайпер едет к силу. Да. Но в себя прям было, вот в стену рядом это было прям вау. Ну фотончик кто сейчас убьет? И где-то двери лязгают. Так, ладно, поперли дальше. У нас там чего? Один выстрел. Давай. Он выжил. А мне заряжаться. Да сдохни ты уже. Шляпа усиленная. Так. Аптека есть. Занимаемся лечением, значит. Ноль. Ну, ноль, да. Ноль. Ты чего? Ты в панике. Блин, там люди помрут, пока ты в панике сидишь. Еще не пойму, где враги. Так. И вот где враги после всего этого? Давай обратно теперь сюда. Какой-нибудь сканер чужих, что-нибудь такое было бы. Было бы здорово. Так, ну ты бежишь сюда, тут все понятно. В помощь. Минометчица. Давай на позицию. Точно. Ну вот как-то так. Народ, не помирайте. Один ход, я вас вылечу. Опа. Не вылечу. Да отвалите, козлы. Свет там. Так. Ой, блин. Увляпался. Опа. А знаете, у меня теперь интересный вопрос. А кто вот в эту стрелял? На линии огня. Кто они на линии огня? Вы что-нибудь понимаете? Я нет. А, я его не видел. Типа, опа. Блин, ты можешь попадать? Коза. Они что, в воздухе висят? В каком-то странном. Ну все, Миш, пострадавший тут будет просто вагон. Оу, далеко. А этим я тут мечусь, не знаю, то туда, то сюда. Уж очень их входа далеко. Так, все, ждем. Ну, сейчас там... Ну, те, которые у меня улеглись, я уже потерял, я так понимаю. Да иди ты в пень. Ай. Ну, они еще лежат, но у них здоровьюшка-то не вагон, мягко говоря. Так. Давай, вламывайся. Быстрее, 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 быстрее. Ломись.
Даже туда, наверное. Так, ты. Блин, все сюда. Все спасать. Ну как спасать? Там застрелить и все спасение. Ну, застрелить Алину. Так, а ты понятная? Ты понятная тоже? Ты. Вот у тебя тут, да. Кончились патроны опять. Блин, поглощает урон собака. Я тебя выпилю. Там еще один. Там, блин, за углом еще один сидит. Или нет? Ну что, сейчас эти помрут уже, которые лежат там. Нет, живые еще. Он сзади вышел. Привет тебе. Да застрелите уже его. Так, живы еще. Не, погодите, надо отсюда тогда стрелять. Ох, у него здоровья-то нету. Кончились патроны. Как вовремя у вас все кончается-то? Сдохнешь, может? Издеваются. Урон поглощают. Угу. Вон как хорошо-то у нас. Давай еще. Наконец-то. Все выжили. Вот этих бы, конечно... 43 дня. Месяц. Больше месяца валяться будет. Полтора месяца. Офигеть. Ой, ну хоть это что-то прокачало. Ну, я стрельбу буду прокачивать, надо. Да, это был пипец. Вломили, так вломили. А вы когда-нибудь кончитесь? Реально задрали. Так, 5 минут пошли. Все, да? Атака. Атака. Да ладно. Там база кому-то товарит, я думаю. Че тут у нас? Еще летаем, да? Ладно, летай. Кургуру тебе в помощь. Так, этого уделали. Суета, блин. Давай на этого. А это куда полетел? Я говорю, сюда ему нажал. Ну ладно. Хрен разница. Я понимаю, что мне надо вылетать на эти цели, там я что-то с того получу хорошую, честно сказать, не хочется. По мелким пойти, вот, вообще не хочется. Поэтому о чем это там? Снабжение их. Что-то на снабжение. Так, база. Да, что-нибудь продадим ненужное. Смотрите, ко мне фотонки не приносят. Сволочи какие. Я хочу уже разобраться вот с этим вот. Вот с этим, который приостановлен. Надо 1 800 000, у меня чуть нету. И следом позитронный лучемет. Ну какой крокозябра. Прицель навскидку, что-то больше 100% у него меткости. Позитронный лучемет, второй же использующий позитронную технологию. Обычный способ создания позитронов, такие как инициируемое лазером излучение дефицитных металлов. Чего? Излучение дефицитных металлов? Являются наиболее неэкономичными, учитывая небольшое количество производимых позитронов. Тем не менее, инопланетянам удалось использовать поляризованные
поля частиц подпространства для переключения составляющих под строк внутри электронных, таким образом достичь очень экономичного способа создания позитронов из обычных электронов. Позитроны и лучемет, использующие позитроны, используют в малых масштабах самую экзотермическую реакцию во Вселенной. При взаимодействии с нормальной материей позитроны вызывают аннигилирование, что по существу разрушает материю, из которой они состоят, и создают сильный фотонный взрыв, который вреден для электроники и организмов в непосредственной близости. К сожалению, мы еще не научились копировать технологию наших врагов, что делает это оружие очень редким. По этой причине вам рекомендуют использовать их в миссиях, где ожидается особенно сильное сопротивление. Имейте в виду, что позитронный лучемет — это наивысшая ступень вооружения пришельцев, против которой практически бесполезна любая доступная нам броня. Я так понимаю, у меня сейчас этих бластеров будет вагон, да? Или нет? Позитронная граната. Неинтересно. А вот рараха давайте. Я из кого-то могу тут скафандр выжить, но рарах самый крепкий из них. Поэтому я надеюсь, я из него выжму. Так, снаряжение. И чё, у меня 21 бластер. Обалдеть. 26 патронов. Не обалдеть. 21 бластер мне не нужен. Я немножко попробую, давайте им побарыжить. Не скажу, что он там такой прям. Просто у меня патронов гораздо меньше, чем бластеров. Да. Так. И... Почему приостановлено? Выполняется. Все, я его задвинул. Бобрище есть, он выполняется. Прекрасно. Как я уже говорил, я тут не буду на это стоять смотреть. Нафиг. Инопланетный боевой крейсер. Пауза-центр. Что-то у меня... Пока я строю этот долбанный десантный корабль, у меня что-то просело производство этих громов. Моих. Давайте. Так, ты возвращайся. Я вообще противопоказан под такой подставляться. Что, пилить эту скотину? Он на базу, мне кажется, летит, да? Нет? Он вообще на базу будет захватывать, да? А вы в курсе, что это нечестно? Они не в курсе. Чпок. 20 минут. Ну и видим вот эту сволочь, я буду в следующей миссии разбирать, потому что нужны деньги, нужны, я не знаю, лучеметы. На этом все, жмите, пишите, до новых встреч.